Что? Сереж, в канун твоего день рождения я вчера ходил в монастырь Путильско-Волчанский. Я так думал, что тебе подарить, и решил икону подарить. Икона... Вот икона. То есть это Иисус Христос, Николай Угодник, який защищает, а це семикрестница. То есть она благополучие и защиту дома делает. Я тебя от всей души поздравляю с днем рождения. Самое главное здоровье в наше время. Ну и всего благополучия. Так что поздравляю. Спасибо. Вот так. Все. Об одном жалею. Годы. Так хочется пожить по-человечески. И поработать.